Значит, скажу так, честно. У меня существует огромное желание, поскольку я сам охотник-рыбак, и поскольку я, скажем так, экстремал в каком-то плане, я, скажем так, убедился за все годы своих поездок, а мотаюсь я по всей стране на рыбалке, начиная от севера и кончая Африкой. Рыба там, где первая, очень мелко, раз, то есть глубина не превышает 20-30 сантиметров, а я специализируюсь исключительно по хищнику. То есть щука, там, судак. Ну, прогреваемость воды, вот это, да. Да, она будет стоять на мели, там, где мелко. И дойти туда на обычном корпусе возможности нет никакой. Поэтому мной и была создана вот эта вот модификация корпуса, да, и даже на обычном двигателе, а я эксплуатировал его под двигателями в диапазоне от 5 до 15 лошадиных сил, скажем, если 300 миллиметров есть глубина, я прохожу, если меньше, я уже не могу, я уже цепляю все, что можно, и пройти там нереально. Плюс к этому я еще и охотник, да, а утки сидят в болоте. А прокрасться, дойти до этого болота, тоже возможностей нет никаких. Поэтому либо приходится выпрыгивать где-нибудь и идти там по пояс в воде, в тине, в трясине, идти там километры. Да, это все так, да. Вот. Либо надо иметь средства передвижения, которые позволят мне максимально туда, близко туда добраться. И с этим я столкнулся не далее, как прошедшей осенью.